Дорогие друзья, вас приветствует компания English School. Меня зовут Гарпинич Вера Алексеевна, и сегодня я расскажу вам, как образуется одно из самых интересных времен английского языка – past continuous. Что такое past continuous? Это время, процесс в прошлом. То есть вы рассказываете, например, другу, что вы делали вчера с 5 до 6, например, да? И вы говорите: «Ой, вчера я с 5 до 6 читал». Или «Вчера я целый день готовила пирог». То есть это был процесс вчера. Это не просто краткое действие в прошлом. Это процесс. Если вы хотите подчеркнуть этот процесс в прошлом, вам не обойтись без одной схемы. Was, were плюс инговое окончание у глагола. То есть получается, что вы берете глагол was или глагол were и добавляете к другому глаголу, смысловому, да, что вы, собственно говоря, делали вчера, добавляете к нему n, да, инговое окончание, звучит как n. И у вас получается, что was вы будете употреблять для местоимений I, he, she, it, а глагол were вы будете употреблять для you, we, they. И у вас получится, что в утверждении вы скажете, например, I was washing the car yesterday. Я мыл машину вчера, и это был процесс, да? Или you were washing the car yesterday. Ты мыл машину вчера, да? Was или were плюс инговое окончание. Если я буду отрицать, то я скажу wasn't или weren't и добавлю инговое окончание. Например, I wasn't washing the car yesterday. Я не мыл машину вчера. You weren't washing the car yesterday. Ты не мыл машину вчера. Если вы захотите задать вопрос, не забывайте, что вопрос в английском языке задается при помощи вспомогательного глагола, который стремится вперед. Вспомогательный глагол was, were будет стремиться вперед. И если я хочу спросить, он мыл машину вчера, я спрошу, was he washing the car yesterday? А если я хочу спросить, а ты мыл машину вчера? Про процесс я спрашиваю, да, вчера целый день намывал машину. Вопрос будет звучать так. Were you washing the car yesterday? То есть на первом месте у вас ставится вспомогательный глагол was или were в зависимости от того, какое местоимение дальше последует. Как вы видите, past continuous образуется очень просто. Изучайте английский просто, изучайте английский с удовольствием. С вами была Гарпинич Вера Алексеевна, компания English School. Всем удачи!